Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, и мы сегодня мы играем на Родина РП, первый сервачок. У них здесь Кирилл Путбулови, не забывайте вводить в них по регистрации, потому что если вы вкачаетесь до 4 уровня, я получу 250 тысяч, и 150 тысяч я отдам вам, поэтому обязательно вводите мой ник при регистрации. Ну что ж, пацаны, как вы знаете, в предыдущей серии я купил вот эту машину, беленькую, это Porsche Panamera, и был такой вопрос, разыгрывать ее или нет. И также я смотрел по лайкам, хотите ли, чтобы я ее разыграл или нет. Вы набрали, пацаны, почти 70 лайков, за что вам большое спасибо, и многие захотели, чтобы я все-таки ее разыграл. Да, некоторые писали, чтобы я ее оставил себе и не разыгрывал, но как бы большинство за то, чтобы я ее разыграл, тем более я пообещал, а я свои обещания выполняю, и я буду разыгрывать эту машину. Но сегодня что мы с ней сделаем? Мы поедем в тюнинг и, возможно, что-то с ней сделаем в тюнинге. Может быть, диски какие-то поставим, либо еще что-то, потому что стоковая она полностью у нас. И я также хочу поехать получить номера, потому что на данный момент номеров на ней нету. Вообще нету номеров, поэтому поедем сегодня, получим номера и, возможно, поставим что-то из тюнинга. Денег у меня не особо много, всего лишь 347 тысяч, больше денег у меня нету. Скорее всего, в следующей серии придется что-то продавать. Да, по-любому что-то придется продавать. Скорее всего, я продам, наверное, Audi. Раптор пока что не буду продавать, пусть стоит. Ну, копейку смысла нету продавать, потому что она стоит 1500 максимум. Поэтому, скорее всего, RS-ку я, наверное, продам. У меня, кстати, все машины без номеров, я что-то заметил, да? А, нет, здесь есть номера, кстати. Ладно, все, теперь едем, получается, наверное, сначала в тюнинг, и потом уже поедем получать номера на эту машину. Пацаны, я забыл сказать самое главное, что если вы смотрите это видео, то у меня сервак перезагрузился, да? Просто великолепно. Я... Блядь, как так-то, блядь? Я просто начал говорить, и у меня сервак перезагрузился. Я забыл сказать самое главное, если вы смотрите это видео, то машина уже находится в розыгрыше, то есть вы заходите в описание, там будет первая ссылка, конкурс, и вы можете участвовать в этом конкурсе. Условия довольно-таки простые, нужно будет подписаться на канал, подписаться на группу и сделать репост данного конкурса себе на стену. Довольно-таки все легко, повторюсь, пацаны, ссылка на конкурс есть в описании под видео и в комментариях тоже я оставлю ссылку, поэтому заходите, участвуйте, итоги, наверное, я проведу уже на следующей неделе, там, примерно в понедельник, либо во вторник. Поэтому, пацаны, обязательно участвуйте. Если будет мало участников, то мне будет довольно-таки это неприятно, потому что я стараюсь, пацаны, в первую очередь для вас. Поэтому не ленитесь, заходите и участвуйте. Ну что ж, пацаны, вот я и приехал в тюнинг, но, к сожалению, здесь нету дисков на машину, пишет то, на ваш транспорт, типа, нету дисков. Ну, в принципе, ладно, потому что эти диски тоже хорошие. Есть винилы, но, по-моему, винилы стоят довольно-таки дорого. Довольно-таки дорого они стоят. Давайте посмотрим. Что-то я не могу их посмотреть, кстати. А, вот. Их тут, кстати, много штук, винилов этих, но они стоят все дорого. 5 миллионов просто стоит этот винил. Это стоит, получается, 3 миллиона. Это стоит 2 миллиона. Это стоит там с половиной, и это стоит миллион. Я считаю, что в белом цвете она довольно-таки неплохо смотрится. Тем более мне из этих винилов, ну, понравилось только разве что космос и понравился все. Только космос мне понравился и все. Здесь у нас есть разные цвета, я не знаю. Мне в белом очень нравится тачка и типа менять цвет на ней. Ну, этот цвет тоже неплохой, но в белом цвете она смотрится очень круто, поэтому, скорее всего, мы с ней внешне ничего делать не будем. Пацаны, меня что-то уже реально начинает бомбить, потому что я вот записывал, уже доехал до Южного, и в Южном у меня крашилось, и полсерии не записалось. Не полсерии, а там пол кусочка не записалось. Короче, я съездил у СТО, как видели. Я заезжал, хотел на нее что-то поставить, чтобы там увеличить скорость и так далее. Но оказалось, что она, пацаны, в полном тюнинге. Там все стоит по максимуму, кроме тормозов, но тормоза я тоже купил. Давайте я вам даже покажу Cars, по-моему, как там пишется оно. Так, где у нас получается? Porsche Panamera, и где-то тут комплект автомобиля. Вот, пацаны, у нас все есть, видите? У нас все по максимуму стоит. Стробоскоп и автолог я решил не ставить, потому что, ну, это бесполезная вещь. Поэтому сейчас я обратно еду в Южный. Я ехал в Южный, чтобы поставить на нее нитро. Но я не знаю, есть там механики, если есть там механики, то я поставлю нитросик. И нужно в Южном получить номера.
Ну что ж, я приехал в Южный. Слава богу, что меня не крашнуло. Блин, реально, меня просто бесит, когда мне краш, потому что, блин, ты снимаешь, старайся, и половина того, что ты снимал и старался, просто оно не восстанавливается. И это реально очень бесит. Так, давайте купим, получается, номер 4729. Ну, такой, такие цифры такие себе, конечно. Можно, конечно, попробовать было бы выбить какие-то красивые цифры. Ну, ладно, мы этим заниматься не будем. Так, заезжаем на эстакаду, получаем номера. Так, ну, а вот, РИА-4729. Ну, номер, конечно, вообще ни о чем, пацаны, на самом-то деле. Блять, дверь помял, да твою мать, просто. И все двери помял, просто, пацаны. Разрывается Porsche Panamera, не бит, не крашен, в ударах не участвовал, так сказать. Все, пацаны, я приехал в 100, здесь у нас. А счет, короче, делает вещи просто. Я купил нитросик, он стоит 50 тысяч, получается. Я думал, он, кстати, больше стоит. Но он стоит всего лишь 50 тысяч, я поставлю только нитро. Гидравлику я ставить не буду. Как бы у этой машины именно разгон с места плохой, а так она едет довольно-таки бодро. Поэтому я поставлю нитро, чтобы просто со светофора. Чтобы тот, кто выиграет эту машину, просто со светофора всех жахал, как нехер делать. Я думаю, это будет круто. Ну что ж, пацаны, нитро я поставил, все просто замечательно. Ну реально, пулятина должна просто охрененно, пацаны, нитросик, видите, стоит. Все довольно-таки хорошо, просто чмак с места так. И ушел просто пацанчик в закат. Реально, с нитросиком довольно-таки хорошо едет. Поэтому, пацаны, участвуйте в конкурсе. Повторюсь, ссылочка на конкурс есть в описании под видео, первая ссылка. И также я оставлю ссылку на конкурс в комментарии. Конкурс вы можете спокойно найти в группе, в моей официальной группе канала. Участвуйте, потому что шансы есть выиграть у каждого. Машину можно здесь, пацаны, иметь без квартиры, если что, поэтому вы просто заходите, сдаете на права, и я вам отдаю эту машину просто за 10 тысяч. Ну, я вам 10 тысяч дам, и за 10 тысяч я вам ее дам просто, и все, потому что, по-моему, минимум можно за 10 тысяч тачку продать. Поэтому, пацаны, участвуйте. Машина эта стоит 3 миллиона, полный тюнинг, пацаны. Пробег просто минимальный, поэтому участвуйте. Повторюсь, ссылочка есть в описании. Также не забывайте писать свои идеи в комментариях, что мне поснимать на родине. Все, пацаны, всем пока-пока.